Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Владислав на канале «Компьютер для начинающих» от Влада. Продолжим изучение Excel или электронных таблиц, одной из программ пакета Microsoft Office. И мы с вами на прошлом занятии создали простейшую таблицу, произвели подсчет столбцов автосумму, то есть посчитали сколько чего. Также вставили формулы по умножению, чтобы посчитать сумму в рублях, умножив количество на цену 1 килограмма. Как вы помните, мы работаем с импровизированным рецептом, который я выдумал из головы. Естественно, с этих ингредиентов ничего не получится толкового. Но для примера они нам вполне с вами подойдут. Итак, наша таблица имеет 5 столбцов. Наименование, количество, цена и сумма. И 7 строчек, где у нас 5 ингредиентов от воды до лука. А также последняя строка, итого 7, в которой мы подсчитали, сколько нам нужно в килограммах ингредиентов и сколько вся эта музыка будет стоить. Давайте попробуем теперь вставить новые строки. Допустим, нам надо добавить новую строку в нашу таблицу. Потому что может быть не 5, а 6, там 7 ингредиентов нам понадобится. Для этого выделяем пятую строку «Делук». Нажимаем вот эту кнопку «Вставить». И... как видите, у нас появилась над луком новая строка. То есть между мукой и луком можно было вставить. Давайте поставим на итого. И еще раз. Вставить строки на лист. Вот теперь под луком. И сюда спокойно шестую позицию можем вставлять. Далее. Можно также навести мышку на строку. Нажать левую кнопочку. И правой кнопкой в подменю выбрать вставить. Как видите, у нас появилась опять новая строка. То есть таблицу можно, упрощенно говоря, расширять до бесконечности. То есть вставлять сюда столько, сколько нам нужно каких-то данных. Мы также можем вставлять в нашу таблицу новые столбцы. Ну давайте, допустим, вот этот столбец, где сумма, выделим. Далее нажимаем опять «Вставить», «Вставить ячейки» и ищем здесь столбец. Вот он наш столбец ниже. Нажимаем «Окей». И, пожалуйста, перед нами появился новый какой-то столбик, куда мы можем занести там какие-то данные числовые, которые нам понадобятся. То есть вы можете делать сколько угодно строк и столбцов. Но мы с вами рассматриваем, естественно, простейшую таблицу. Далее, давайте придадим этой таблице интересный довольно вид. Для этого служит кнопка «Условное форматирование». Выберем здесь, вот здесь видите, есть... больше, меньше, то есть перерасчет строк. В какой строке больше значение, в какой меньше. А мы выберем гистограммы и посмотрим, как это у нас красиво выглядит. Обратите внимание, синий, красный цвет. А длина вот этого столбика гистограммы, чем больше значение в клетке, тем длиннее столбик. То есть довольно наглядно и приятно это все отображается. Цветовые. Смотрите тоже. Вот. Выбираете на любую позицию. И перед нами. То есть таблица сразу, повторюсь, станет наглядной. Можно вот значки вставить какие-то. Наверняка вы видели такие таблицы. А теперь вы полностью сами можете делать то же самое. Посмотрите, какие тут есть возможности. То есть очень так приятно и наглядно. Далее. Рассмотрим с вами по нашей выделенной таблице вкладку «Вставка». Значит, похоже очень на офис, обратите внимание, тоже вставить можно таблицу, рисунок, изображение из интернета, фигуры, смарт-арт. Ну, давайте, допустим, вставим какую-то фигуру. Под нашей таблицей мы с вами ее расположим. Для этого выбираем фигуры. Выберем такой вот графический смайлик. Вот его можно оранжевым сделать, сереньким. Ну, любой цвет подобрать. Вот под таблицей мы его расположили. Вот так тоже визуально симпатично выглядит. Далее на вкладке «Вставки» можно сделать снимок, ну, скриншот экрана. Присутствует интересная та же вкладка «Диаграммы». Вот есть у нас рекомендованная диаграмма. Выделим таблицу. И здесь мы с вами видим, что можно в различных
таких вот в виде столбиков делать наши ячейки, вертикальных, горизонтальных, в виде графика. Вот видите, горизонтальные. Вот такие нажали, и у нас возле таблицы появилась диаграмма, на которой все это нарисовано. Вот перец у нас, видите, самый большой. То есть можно ее перемещать и внутри этого окошка, и само окно двигать. Значит, присутствуют различные настройки. Вот наводите на каждую гистограмму, и тут, вернее, на каждый участок гистограммы. И тут все, соответствующая информация есть. То есть визуально, как видим, очень хорошо и приятно отображается. Сверху вот можно придать различный вид нашей диаграмме. Вот можно сделать вот так вот. Строка, столбец, поменять их. Ну, в общем, очень обширное поле для творчества. То есть можно под себя подобрать те настройки, которые будут вам приемлемы. Вот изменение типа диаграммы, тоже можно менять его по своему вкусу. Я на этом останавливаться не буду. И вернемся с вами назад и продолжим наше чудесное путешествие. Значит, вернемся на вкладку «Вставка». Вот видите, здесь различные виды, есть и 3D даже, 3D-карта. Вот тут есть пояснение к этому. Перейдем на вкладку «Разметка страницы». Здесь, как вы помните, вот смотрите, как в офисе, ориентация, размер, область печати и так далее. Подложка, довольно интересная вкладка. Давайте ее нажмем. Выберем на моем компьютере какую-то картинку, она будет служить нам подложкой под нашей таблицей. Вот видите, какой довольно интересный, замечательный орнамент получился под нашими расчетами. Ну, вернемся назад. Наша задача рассмотреть основные возможности Microsoft Excel 2016. Значит, здесь также присутствует сетка. Посмотрим вкладку «Формулы». Огромный выбор формул. Автосумы мы с вами уже пробовали. Какие здесь еще присутствуют формулы? Это последние, финансовые. Также есть логические, текстовые, дата и время. Математические и прочие. Давайте попробуем дату сейчас задать. Для этого входим на вкладку «Дата и время». Сначала вставляем часы. Ну, для примера, 22 часа. Сюда вставим 30 минут. Ну и секунды. Окей. Вот у нас в клеточке появилась дата 10:30. Формата времени после полудня, о чем свидетельствуют буквы RM. Далее открываем вкладку «Данные», смотрим, что присутствует у нас здесь. Можем здесь с вами задать данные из Access, это база данных от Microsoft, из интернета. Ну и далее тут, в принципе, все по вкладкам понятно, существующие подключения и так далее. Как видите, панель инструментов, конечно, довольно обширна. И чтобы их изучить все, наверное, потребуется довольно продолжительное время. Откроем вкладку «Рецензирование». Ну, она очень похожа, опять же, на вкладку программы Microsoft Word. Покажу еще полезную функцию переименования листа. Правая кнопка мыши на листе 1, переименовать. И давайте напишем рецепт. Для чего? Потому что вкладок может быть в таблице много. Вот видите, рядом еще плюсик, можно добавить второй лист. И потом будет непонятно, что у вас где находится. А так, переименовав сразу, вы видите наглядно, где, на какой вкладке таблицы, что расположено. Если лист какой-то лишний или не нужен, действуйте опять правой кнопкой мыши.
и выбираете удалить. Удалили. Все, теперь нам остается сохранить наш чудесный в кавычках рецепт. Для этого нажимаем изображение дискеты, это вы уже прекрасно знаете, и сохраняем, сразу выбираем место куда. Вот тут открываются папки, куда сохранить. Это 2016 версия. Давайте в документы. Зададим соответствующее название рецепт, чтобы понятно было, что это. И сохраним. Вот, в принципе, и все. А на сегодня все. С вами был ваш Владислав на проекте «Компьютер для начинающих». Не забывайте ставить лайки, друзья мои, подписываться на мой канал. Всех с наступающим Новым годом, крепкого здоровья, счастья, радости, удачи и благополучия. До встречи в следующих интересных видео. Пока-пока.